Он был выдающимся поэтом, художником, химиком, изучал космос и стал основателем университета, который вот уже на протяжении более 200 лет остается лучшим вузом России. Для своего времени Михаил Ломоносов был личностью исключительной. Он являлся законодателем новых тенденций как в искусстве, так в науке и образовании. Сегодня Московский государственный университет с гордостью носит его имя. Не случайно, что юбилей ученого отметили в филиале вуза в городе Баку. Ведь филиал стал продолжателем традиции, заложенной Ломоносовым. Наука, она же не наука для одной страны, это наука для всего мира. Я думаю, что участь в филиале, мы являемся частичкой того университета, который находится в Москве. И являясь частичкой того, что есть в Москве, мы соприкасаемся и к Ломоносову непосредственно, к тому, что он творил, к тому, что он дал толчок развитию науки в России. Если говорить уж о личности Ломоносова, я бы сказал, что это человек высокоодаренный. Но это естественно, так как это человек, который придерживался, скажем так, своих идей, который поставил перед собой цели, который шел. Достаточно амбициозный человек, который добился успехов во многих областях, включая научную и также творческую. Ломоносов, для нас лично Ломоносов является, скажем так, неким образом идеала, неким образом, которому надо подражать. Филиал Московского государственного университета в городе Баку был основан в 2008 году. Руководителем филиала является член-корреспондент Академии наук Азербайджана, доктор филологических наук Наргиз Пашаева. С момента основания в филиале функционировало три факультета – филологический, химический и факультет прикладной математики. С 2009 года в университете действует факультет психологии, а с 2012 – экономический. В том же 2012 году был открыт новый учебный комплекс филиала в поселке Ходжасан в пригороде Баку. Комплекс состоит из учебного корпуса, здания общежития для студентов и преподавателей, а также спортивного центра с плавательным бассейном, тренажерными залами и открытыми спортивными площадками. На факультетах химии и психологии функционируют современные лаборатории. Диплом, который выдается нашим университетом, он признан во всем мире. И квалификация выпускников не вызывает никаких вопросов нигде. Программа занятий, по которой обучаются наши студенты, магистранты, она полностью соответствует программе Московского государственного университета имени Ломоносова, работающего в Москве. И диплом тоже полностью соответствует этому диплому. Занятия в филиале проходят на русском языке в соответствии с учебным планом и программой МГУ. В основном студентам преподают профессора и преподаватели Московского университета. Кроме того, по воскресеньям для абитуриентов проводятся подготовительные занятия. Граждане Азербайджанской республики обучаются на бесплатной основе и получают стипендии. Лейла Курбанова, Али Алиев, CBC.